такая задача. Надо котел полностью замкнуть. Задача поставлена конкретная, не дать возможности ни одному бойцу украинских вооруженных сил покинуть данную территорию. Либо сдаются, либо будут уничтожать. Последние указания бойцам – замкнуть линию наступления вокруг Дебальцева, блокировав украинских военных. Постоянная работа градов и ураганов противника не дает ополченцам углегорской передышки. Чем быстрее Дебальцево окажется под контролем ополченцев, тем больше шансов, что от города хоть что-нибудь останется. Сейчас со штаба поступило распоряжение выдвигаться на боевые. Ребята сели на ВМП, на танки. Вот до цели около 3 километров. Дорога очень опасная, постоянные обстрелы. Тихий заснеженный пригород, частные дома, высокие заборы. Совершенно не военный зимний пейзаж. Здесь разрушенные дома попадаются совсем редко. Мы находимся на окраине Углегорска. Вот сейчас уже перед нами открывается картина на поле боя. Здесь уже до Дебальцева несколько километров. Сейчас сказали резко уходить с брони и занимать позиции. Кажется, что Дебальцево на расстоянии вытянутой руки. Город так близко, что дома можно рассматривать без бинокля. Ополченцы заняли заданные боевые позиции. Канонада не стихает. Накрыть может в любой момент. Кроме того, существует опасность попасть на прицел к снайперу. Страшно так воевать? Есть немножко. Но что делать? Надо кому-то. Ополченцы утверждают, что они на данный момент контролируют абсолютно все тактически важные высоты вокруг города. Оттуда просматриваются все дороги, по которым украинские силовики могут попытаться выйти из окружения.